Готовим лимонные печенья. Берем сахар, добавляем сливочное масло, хорошо перемешиваем, добавляем соль и одно яйцо. Добавляем цедру лимона и лимонный сок. Перемешиваем, кладем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Дальше лепим шарики, выкладываем на пергамент и убираем в холодильник. Дальше посыпаем сахарной пудрой, выпекаем 20 минут. Печенье готово. Всем приятного аппетита, с вами была Алиса.